Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем трешивать, проходить шестую кошмарку гарнизонными героями. Я вам показал 6-1. В принципе, ничего сложного в этой подземке нет. Иметь хорошего прокачанного ледяху и тритона, и можно без проблем ее пройти. Так. Сегодня у нас 6-2, состав в принципе тот же, такая вот тыковка, исцеление, ремка, танк наш это бочка, тритон для урона, мега имба, еще одна мега имба, ледяха для замедления героя, ангел, разброс, ну, ассасина взял. Давайте вместо ассасина кого-то другого поставим за гарнизона. Ой, будь здоров, напишите в комменте. Так. Так. Кого такого интересного? Ну, давайте инженера возьмем. Ставим ему железную волю. И ангела. Так. В принципе, все. Поехали. Магию. А, у нас надо магию взять. Нет, хватает золота. Попробуем скоммуниздить золото. Блин, сейчас. Это долго может затянуться, проще минотавром. Так, блин, где без юнита в расстановке? Запарили уже. У меня тут гарнизон. Они юнитов нанимали. Так, отлично. Ну, думаю, нам этого должно хватить, в принципе. Так, ставим обратно нашу тыкву. Есть. Так, кошмарка 6-2. Такая вот кошмарка. В принципе, она и не особо сложная. Ну и не особо легкая. Посмотрим. Может сможем без юнитов затащить. Посмотрим, что у нас получится. Так, 6-2. Единственное, тут у нас череп есть. Вот с ним будут проблемки, думаю, у нас. Ну, нам самое главное хотя бы набить. На чуть-чуть. Так, вот это плохо. Как видите, здесь уже тотемы пошли, и у нас тут снимают энергию и блокируют нас. Без ворожея, конечно, сложновато это все будет, но сейчас будем что-то придумывать. Так, давайте юнитов. Я уже даже не помню, где здесь тотемы есть. Если что, сверху заскочу. Так, 6-2. Так, один тотем есть. Так, ну что, можно попробовать, в принципе, отсюда забежать. Как вариант. Ну, тут у нас Арктики, ну, в принципе. Давайте попробуем отсюда попыточку. Надеюсь, мои нубики не подведут. Так, смотрим. Все, нашу имбу убили. 27%. Да, к сожалению. Печалька. Ну, попробуем. Так, леди Лео нет. Бочка одна осталась у нас. 36. В принципе, так-то неплохо вроде, но как видите.
Очень много тотемов с арой. Вот это самая большая проблема сейчас у нас будет. Ну, поехали. Тут, в принципе, даже эти можно не снимать. Давайте отсюда попробуем забежать. Пусть разгонятся как надо. Ой-ой-ой-ой-ой, не успел я молчанку словил чуть-чуть. Так, ну тыква, давай, я в тебя верю. 51%, ребят, вот так вот. Это жесть, это, конечно же, жесть. 53%, кошмарка пройдена. Но сейчас я хочу попробовать, может, у нас получится получше ее пройти. В принципе, было неплохо. Единственное, я немножко не успел магию кинуть. Так, давайте еще разок. Вот отсюда снизу и неплохо заходить. Так, раз, два, я сказал. Бочечка пошла. Усиление. Так, душек, морозим вверх. Не, видите, ловим тотем Сара и все. И на этом все заканчивается. Но героев практически посливали. Единственное, черепа не заморозили. Надо еще выше кидать сейчас магию. Они, конечно, разбегаются, но... Ледяха свою работу делает. Единственное, я же говорю, они бегут к тотему с арой. Сейчас попробую немножко выше кинуть их. Возможно, повезет. Давайте где-то здесь по центру попробуем. Главное, чтобы, конечно, они все вместе побежали. Это самая основная проблема у нас. Так, морозим центр. Душика заморозили. Отлично. Ой, отлично. Ай-яй-яй-яй-яй. Опять ара. Так, ну давайте, красавчики. Тыковка. Ну-н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 у. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ледяха, конечно, тут сейчас уже... Хотя, может... Все может быть, ребят. Смотрите, что у нас. А, у меня нету этого. Хотя есть ангел. В принципе, смотритель сейчас, наверное, их чпокнет. Так, медуза одна осталась. Бочка. Бочка ангел, в принципе. В принципе, должны затащить. Единственное, чтобы сейчас хранитель включился еще разок. Так, так, так. Ну-ну-ну, бочка, не беги. Не надо. Не надо, пожалуйста, нет. Отлично. Ну, в принципе, все, 3 звезды. Вот, ребята, вам гарнизон. Гарнизон, в общем, тащит. Жалко, у нас ледяхи нет. Но на 3 звезды мы прошли ее. Еще, конечно, не прошли. Минута 32. Сейчас может такое быть, что у нас башни будут просто станет. Хотя у меня тут есть Феникс, в принципе. Как видите, даже 19 уровень нормально дамажит. Так, отлично. Осталось 3 станящих башни. 2. Бочка, в общем, мегатанк. Еще один тотем словили. Да, даже на 3 звезды затащили. Отлично. Вот, конечно, тотемы, как видите, уже мешают. Но даже так мы это сделали. Вот такой вот у нас был составчик. Тыковка, еще раз покажу. Мега имба танк, мега имба убийца, мега имба замедлитель, мега имба отхил и мега имба непонятно что.
В общем, вот так вот. Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, ставьте лайки, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.